Собственно говоря, мы с вами начинаем. Значит, к удаленным слушателям просьба, если будут какие-то комментарии, сразу же их пишите. Если нужно будет, то и голосом мы с вами пообщаемся. Значит, сейчас я где-то в течение 45-50 минут расскажу вам, покажу различные хитрости, связанные с сортировками данных, с решением вот задач, связанных с алгоритмами. И потом у нас с вами будет отдельное время для вопросов, когда можно будет задать вопросы по сравнению двух языков, возможно, каких-то еще языков. Ну, собственно, давайте мы с вами начнем. Итак, ну, собственно говоря, давайте себе представим следующую задачу. Есть набор слов, ну, в данном случае просто мы с вами видим города России, не отсортированный, и появляется задача. Его необходимо отсортировать. На самом деле, тот код, который вы здесь видите, это не просто список городов. Видите, он начинается с некого специального. Если я сейчас включу форматирование кода на JavaScript, мы с вами увидим, что на самом деле здесь уже записаны ключевые команды JavaScript. Что мы здесь с вами видим? Мы здесь с вами видим, прежде всего, объявление переменной. Переменная здесь city. Это будет массив, в котором хранятся наши с вами данные, которые мы собираемся отсортировать. Вот можете убедиться, посмотреть в том, что на самом деле они не отсортированы по алфавиту, то есть здесь все как-то перемешано. И в самом-самом-самом конце этого огромного списка стоят просто-напросто две единственные команды. Вот так выглядят современные языки программирования. Так выглядит Java, PHP, так выглядит современный C, современный C++. Для того, чтобы отсортировать заданный массив, просто вызывается методами фактически объектно-ориентированного программирования команда sort, и затем в консоль выводится отсортированный массив слов. На самом деле этот код можно совершенно элементарно исполнить, но мы к этому еще вернемся. А теперь появляется вопрос. Если здесь все так просто и красиво, то есть создали массив какой-то, взяли, собственно говоря, вызвали команду sort, вывели ответ на экран, зачем нужны другие языки программирования? Вообще, зачем, в принципе, сортировать данные как-то иначе, чем используя стандартные команды? На самом деле, в любом современном языке программирования есть самые разные алгоритмы сортировки. Они уже реализованы, они уже описаны. Самые быстрые алгоритмы называются QSort. Это так называемая быстрая сортировка. Во всех языках программирования они описаны. Быстрая сортировка является самым эффективным алгоритмом при сортировке данных. И, собственно говоря, если наша с вами задача просто отсортировать какую-то информацию, то нет никаких проблем. Мы просто вызываем соответствующую команду, и все быстро, здорово сортируется. Но есть проблемы, связанные с обработкой сложных данных. Представьте себе, что отсортировать нужно не строки, не числа, а какие-то сложные конструкции. Ну, например, есть программа, прокладывающая движение по городу. И нужно выполнить оптимизацию возможных маршрутов по их там длине или продолжительности, или проложить маршрут по городу с учетом пробок. Обычный язык программирования современный, типа той же самой JavaScript, того же самого JavaScript, с этой задачей не справится. Просто потому, что он не знает, как сортировать эту информацию. Не знает по одной простой причине, потому что данные очень сложные. И появляется вопрос, а как быть? Как же тогда отсортировать информацию? Ну, собственно говоря, здесь-то как раз и может прийти на помощь классический язык программирования. Давайте мы с вами сейчас я включу среду для программирования, ну, не на C++, и, конечно, я сейчас буду писать на C. И мы с вами посмотрим на то, что можно сделать в классическом языке программирования с тем же самым массивом строк. Код будет, сразу предупреждаю, гораздо более сложный. Но это не имеет значения. Потому что на самом деле я вам сейчас покажу одну важную особенность того кода, который хотел бы написать. Я буду работать, естественно, со строками, но я могу описать и свои собственные типы данных, отдельно их определить, сделать все, что угодно.
И пусть у меня в моей программе есть, ну, на самом деле, тот же самый массив городов. Я его сейчас просто из своего готового примера скопирую. Вот пример, написанный на JavaScript. Берем отсюда города. Вот они все. И я их просто копирую в C++. Ну, видите, да, у меня здесь некоторая беда с кодировкой, поэтому вот первая проблема, конечно, классических языков программирования, она в том, что нужно здесь очень точно, чтобы соответствовали данные при сортировке тем, которые вы собираетесь перебирать. Ну, не беда. Пусть у меня этого массива здесь пока не будет, что делать со строками я чуть позже вам расскажу, а пока пусть у меня будет в программе массив строк, естественно. Пусть он пока тоже называется City. Но это будет двумерный массив строк. Ну и пока он будет содержать, ну, какие-нибудь названия, ну, скажем, на английском языке. Ну, скажем, Hello, World. Да, стандартные слова, которые пишут начинающие программисты. Ну и что-нибудь такое, да, там, например, город Москва. И добавим что-нибудь еще, ну, не знаю, например, мое имя на английском языке. Вот у меня уже есть массив, с которым я могу работать. И казалось бы, да, ну, собственно говоря, пока код похож. Давайте сравним. Ну вот, собственно говоря, начало этого кода. Ну, немножко различается синтаксис, но тем не менее идея похожа. Вот у меня есть массив строк. Не обращайте внимания на все эти сложные записи. Язык C, конечно, более низкоуровневый, и код в нем сложнее. А дальше появляется вопрос. Как этот массив отсортировать? Естественно, я могу использовать стандартные алгоритмы, и они с большой долей вероятности работать не будут. Потому что язык C, он более низкоуровневый. Он не умеет автоматически сортировать даже строки. Есть приемы, которые позволяют эту проблему решить. Но я хочу показать другое. Я хочу показать, как вручную можно отсортировать данные, не прибегая к помощи автоматических алгоритмов. Да, программирование будет более сложным, но мой алгоритм будет работать быстрее и сможет сортировать любые данные. Что для этого мы делаем? Ну, собственно говоря, мне понадобится немножко дополнительных переменных. Временная строчка, string. И простейший алгоритм. Я сейчас запрограммирую метод сортировки пузырьком. У меня сейчас 4 слова, я их и буду сортировать. Метод пузырьком, метод сортировки пузырьком, он, конечно, очень неэффективный. Но я хочу показать не сам алгоритм, а некую здесь хитрую идею. Так, здесь мне нужна тройка. Итак, смотрите. Первый момент. Как сравнить два города? Что значит сравнить два города? Что значит сравнить две строки? Неважно, в этом наборе данных, вот здесь. Это не имеет значения. Что такое сравнение данных? Ответ очень простой. Ну, очевидно, если мы складываем, сравниваем числа, то то, которое больше, оно и больше. А вот какие слова больше, какие слова меньше? Вот представьте себе, что мы с вами сортируем там улицы при прокладке маршрута по городу. Нужно и можно придумать законы сортировки для любых данных. Для сортировки слов давным-давно было придумано такое понятие, как лексикографический порядок. Лексикографический порядок – это порядок слов в словаре. Чем он знаменит? Он знаменит тем, что маленькие буквы там идут всегда после больших. А дальше все распределяется по алфавиту. То есть, если я буду сортировать названия городов или какие-то слова, у меня, в, собственно говоря, в моем массиве как раз-таки данные отсортируются так, как нам нужно. По буквам, по алфавиту, по следованию этих букв в словаре. Но, еще раз подчеркиваю, что если данные сортируются как-то хитрее? Как, например, можно сортировать улицы? По длине, по тому, какие сейчас на ней пробки. Ну, самые разные могут быть законы сортировки данных. Представьте себе, что мы работаем с какими-то графическими конструкциями. У нас вся программа забита квадратами, кругами, треугольниками и прямоугольниками. Как их сравнить? Ну, например, по площади.
или по самой длинной стороне. Как тогда сравнивать круги? Ну, например, по радиусу. То есть я могу придумать кучу законов того, как данные сравниваются. И для строк у меня такие законы в Си уже описаны. Я могу создавать их сам, ну, сейчас, не тратя время, я не буду этого делать. Я воспользуюсь готовой командой string-compare. String-cmp. Сравнение строк. Эта команда автоматически сравнивает строки так, как мне нужно, на основе вот этого замечательного принципа лексикографического порядка. И я смогу, сравнив две строчки, расположить их в нужном мне порядке. Ну, для этого я беру из города какую-то улицу, какой-то город один, беру какой-то другой, ну, чтобы сравнить их методом пузырька. И дальше начинаю сортировать. Если я сортирую в порядке возрастания, я ставлю знак «меньше». Если я сортирую в порядке убывания, я ставлю знак «больше». Неважно, какой знак я здесь поставлю, но вот так будет работать мой алгоритм. Давайте просто посмотрим, что из этого получится. И дальше начинается самое интересное. В алгоритмах сортировки есть тонкое узкое место, которое очень часто многие забывают. Нам сейчас нужно поменять местами содержимое информации о двух, ну, вот таких наших виртуальных городах, отсортировать их вручную. Если мы сортируем, например, те же самые улицы при прокладке маршрута или те же самые геометрические конструкции, как их обменять местами? Нужно описывать тоже специальные алгоритмы. Это все можно сделать, это можно все руками запрограммировать, и это будет работать. Здесь у меня есть замечательная команда string-copy, которая позволит скопировать данные и поменять их местами. Сейчас мне нужно обменять местами содержимое двух переменных city, g переносится. И таким образом я смогу и улицы в городе отсортировать, и геометрические объекты отсортировать при работе со сложной геометрией, со сложными какими-то конструкциями. То есть я без проблем все это сделаю. Что я сейчас и пишу. Сначала я скопирую во временный объект, ну, например, вот это название. Затем я скопирую в освободившееся место другое какое-то слово. Кстати, чтобы не было проблем, я сейчас сразу здесь сделаю размерчик побольше, вот таким образом. Ну, все-таки язык чуть более сложный, и здесь нужно все-все-все предусматривать. Вот я переставляю данные местами. Кстати, на том же самом C++ я бы гораздо быстрее программировал, но опять-таки, а что если данные какие-то произвольные, вообще бог его знает, откуда они взялись? Вот я закончил на самом деле описывать алгоритм сортировки. Ну, по сравнению с тем, что было написано внизу вот здесь, да, давайте я опять вниз переведу. Ну, конечно, посложнее, да. Тут мы просто взяли и сказали, отсортируй. Тут какой-то сложный код начал откуда-то появляться. Но зато я еще раз подчеркиваю, я могу в этом сложном коде без каких-либо проблем все данные, любые, не только строки, любые данные отсортировать так, как мне нужно. Ну, дальше давайте попробуем вывести ответ на экран, посмотрим вообще, удалось ли мне написать эту самую сортировку. Может быть, я где-то ошибся. Все-таки здесь можно пенять только на себя. Если я где-то ошибся, я вынужден буду все переписывать, проверять уже, конечно, сам. Ну и, собственно говоря, посмотрим, что у нас с вами получилось. Ай-яй-яй, где-то я действительно напортачил с памятью. Ну, сейчас разберемся. Значит, что у меня здесь может быть, какая может быть проблема? Ну, на самом деле, здесь уже действительно могут быть какие-то проблемы с памятью. Так, смотрим, я вроде бы все сравниваю честно, копирую строки одинакового размера. Ну, давайте я все честно задам сейчас, чтобы вообще комар носа, что называется, нам не подточил. Во! Видите, вопрос решается просто. Вот действительно, я понимаю, наверное, не видно, да, вот у нас, к сожалению, в аудитории всего один человек сегодня присутствует, так что я для него увеличу экранчик. Так видно, да? Видно, что они отсортированы, да? W, M, I, H. Ну, все как положено по алфавиту. Так, давайте поставлю знак в обратную сторону, и вы сейчас увидите, что направление сортировки изменится. Смотрите, какая красота. То есть я могу полностью регулировать
тот алгоритм, который написал. Да, мой код сложнее и с первого раза не заработал. Ну, ничего страшного. Этот код, конечно, короче. Кстати, давайте проверим, что он работает, и потом я расскажу, а как быть, собственно, с русскими названиями. Так. Значит, ну, собственно, здесь все просто. Нужно зайти куда-нибудь, где я могу исполнить код на... JavaScript, просто его сюда скопировать, исполнить, и, пожалуйста, смотрите, какая красота. А, видите, Б, можно здесь посмотреть, вот они все, да? Там, давайте откроем. Б, видно вам, да? Б, В, видите, все отсортировалось. Ну, какая красота. Я, то есть, действительно, все данные отсортированы. Причем вот этот вот код, ну, он, конечно, гораздо короче, чем то, что я написал. Вот смотрите, если все вот это вот сжать помельче, да, мелко-мелко-мелко совсем сделать, то здесь кода на JavaScript это, собственно говоря, раз, два и там три. Все остальное это уже наши данные. То есть изначально кажется, что действительно код на C, он, конечно, там написан вручную, это все здорово, можно там порадоваться за то, что я сейчас вручную все написал. Но он выглядит более сложным. Но тем не менее, в чем тут хитрость? Язык программирования C позволяет сортировать любые данные. Это первое преимущество. Я могу, как я уже говорил, отсортировать улицы при прокладке движения по городу, я могу отсортировать, да все, что хочу, то и могу отсортировать. Главное придумать закон сортировки. Вот у меня есть геометрические фигуры, в программе, я могу их отсортировать по увеличению площади. Замечательно. Обычные языки программирования просто так данные эти сортировать не будут. Им нужно сказать, а как сортировать геометрические фигуры, откуда они знают, как это сделать. JavaScript, кстати, знаете, почему умеет сортировать строки? Потому что JavaScript это прежде всего веб-программирование, а там строк очень много используется. Мало ли где какая сортировка вам встретится. Но в конце концов вы выгружаете какие-то данные из базы на сайт, и их нужно отсортировать. Второе преимущество C. Я могу, вот я сейчас отсортировал на английском языке слова, не те города, которые у меня были в файле. Почему? Потому что у меня кодировки символов не совпадают. Но я могу прочитать эти города из файла. В языке программирования JavaScript прочитать эти данные из файла будет невозможно. То есть я не могу в JavaScript работать с абсолютно любыми данными, которые мне хочется. Я здесь могу вот эту строчку заменить на чтение массива из файла, и все будет прекрасно работать. Естественно, мне нужно будет написать какой-то более сложный код, но все будет работать. А если я работаю в JavaScript, файл прочесть у меня уже не получится. Это можно сделать, скажем, на PHP, но в JavaScript этого сделать будет нельзя. Еще одно преимущество языка C в том, что я могу контролировать скорость работы моей программы. Я сейчас написал неэффективный алгоритм сортировки. Я написал метод пузырька, а он очень медленный. Но я могу написать и быструю сортировку, я могу написать и так называемую сортировку с бинарным поиском, которая как раз-таки оптимальна для прокладки движения по городу. Вообще, если мы с вами решаем современные задачи, очень часто получается так, что стандартные алгоритмы, описанные внутри языков программирования, неважно каких, Java, C-Sharp, C++, просто не смогут решить ту задачу, которую нужно. Они просто не смогут отсортировать данные или не смогут сделать это эффективно. Каковы преимущества данного кода? Каковы преимущества JavaScript? Первое, ну и это очевидно, это, конечно, его простота. Взяли, создали массив, отсортировали и все. Причем сразу на русском языке, да, без проблем. Но мы не можем контролировать этот процесс. Мы не можем сказать, что за сортировка здесь работает, насколько она эффективная, насколько она будет хорошо работать, если у нас этих самых слов будет пара сотен тысяч. Ну, понятно, что на JavaScript, скорее всего, такие данные мы вообще просто не сможем отсортировать. Вот для этого как раз и нужны более классические языки программирования. Для чего еще может пригодиться JavaScript? Естественно, это не просто удобный код, это еще и код, который позволяет легко и просто отсортировать данные при создании сайта. Пойдите, встройте в сайт код на C. Нужно будет его как-то хитро вызывать, получать от него ответ, один файл обрабатывать, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Когда-то давным-давно у меня на курсе по C учился слушатель, который знал JavaScript, знал PHP, но ему не хватило возможности этих языков. Он пошел C учить.
Но согласитесь, что данный код гораздо проще, короче, красивее, симпатичнее, ну и так далее. Плюс, я не писал ни строчки кода. Две строчки, все. Также точно решаются многие другие задачи в современных языках программирования. И не надо думать, что вот только JavaScript обладает такими возможностями. В Java, например, для того, чтобы отсортировать тот же самый массив, нужно будет его прочесть, причем его можно будет также скопировать. Ну, например, в тот же самый массив строк под названием City. Его можно будет точно так же заполнить данными в языке программирования Java, и отсортировать его можно будет на Java. Ну, таким образом. Код чуть сложнее, да, внешне получается. Но это все равно опять только две строчки. И это уже Java. Это уже не код на C, сложный, низкоуровневый, в котором нужно многое писать самому. Это современный, мощнейший язык программирования Java с огромным списком и возможностей, и функционалы, и так далее, и тому подобное. Точно так же сортируются данные на C-Sharp, на C++, в котором есть все это и уже 1000 лет написано. Но самая главная разница между тем кодом, который я вам показал на JavaScript, вот этой вот сортировкой, которая у нас с вами получилась, такая вот замечательная, и сортировкой на C, это то, что любая программа на C будет работать быстрее любой программы на любом современном языке программирования. Понятно, что когда вы сортируете даже там большие массивы строк или еще чего-то на сайте, эта разница не особо будет заметна в скорости работы. Но при решении сложных задач пользоваться, конечно, можно только языком C. Если вам нужно написать алгоритм, который вычисляет погоду, который считает какие-то уравнения, который рассчитывает траекторию движения какого-нибудь снаряда, выпущенного из пушки, понятно, что там нужно будет решить множество уравнений, которые решаться будут медленно, сложно и долго. Поэтому, когда мы с вами смотрим на вот этот код, мы понимаем, что на самом деле, да, здесь вот все написано. Вот он, простейший код, вот она, простейшая сортировка. Вот они, данные. Вот мы их отсортировали на JavaScript. Вот они, точно так же отсортированы на C. Ну, немножко другие данные, ну и ладно. Но этот код всегда будет работать быстрее. Связано это с тем, что C – это язык структурный, а все современные языки программирования, они либо интерпретируемые, либо скриптовые, либо объектно-ориентированные. А как мы с вами должны знать из базового курса программирования, из курса основ программирования и баз данных, любой объектно-ориентированный код работает медленнее аналогичного структурного, без каких-либо «но». Причем здесь я могу привести примеры собственной практики. Когда-то у меня была возможность сравнить работу двух абсолютно одинаковых программ, написанных на C и на современном языке программирования Python. Кстати, в Python сортировка массива будет такая же простая и наглядная. Но программа на Python, а она работала с очень сложными данными, там были файлы по несколько десятков гигабайт размером, работала на одном из тестовых примеров, мне прям даже врезалось в память это число, в 164 раза медленнее, чем программа на C. То есть мало того, что программа на Python просто физически не могла работать с некоторыми файлами, она еще и работала ощутимо. Ну, вы понимаете, 164 раза, это не в полтора, не в два раза медленнее. Это на несколько порядков медленнее, чем программа на C. Ну и вот таким образом у нас с вами получается возможность выбора, да? Мы можем с вами писать простой, наглядный, элементарный код в стиле JavaScript или в стиле Java, вот он. Или писать более сложный, практически полностью вручную написанный код на C. Плюсы, минусы у каждого подхода свои. Здесь скорость, наглядность, возможность отсортировать любые данные. Здесь простота кода. Здесь или здесь. То есть это означает, что какую бы задачу мы с вами не решали, мы можем решить ее несколькими способами. Ну и это здорово, конечно. Вопрос, что выбрать? Ну, как некий итог, да, рассказа, сейчас мы с вами перейдем к вопросам. Что выбрать? Какое программирование выбрать? В стиле JavaScript или в стиле C?
Ну, на самом деле, здесь, с моей точки зрения, рекомендации очень простые. Первое. Если вы хотите знать, как работают современные языки, без C просто делать нечего. Ну, или хотя бы Pascal какой-нибудь, что ли, выучить нужно. Но представьте себе, что вы будете писать сложную программу, у вас появится вопрос, а куда эта память девается? Вот как вы ответите на этот вопрос, если вы никогда даже с памятью не работали? Если вы просто не знаете, откуда память может взяться и куда она может пропасть? Для того, чтобы разбираться в том, как работают современные технологии в программировании, нужно знать классику. Ну, это, знаете, это как вот, когда мы с вами читаем литературу, да, мы знакомимся сначала с классикой в школе, там, с Толстым, Достоевским, Чеховым, потом начинаем читать современную литературу, чтобы иметь возможность ее сравнивать, понимать, какие книги плохие, какие там откровенные графоманства, а какие хорошо написаны, мы должны, ну, собственно, знать классику. В программировании все точно так же устроено. Да, естественно, если вы, скажем, собираетесь заниматься исключительно созданием сайтов, вам будет достаточно знаний HTML, CSS, JavaScript и PHP. Но что, если вам когда-нибудь придется создать сайт на C-Sharp? Есть замечательная технология ASP.NET, позволяющая разрабатывать сайты. Если вы захотите программировать на языках современных типа Ruby, того же Python, естественно, потребуются базовые знания в области классических языков программирования. Выбирать JavaScript или PHP стоит тогда, когда ваши задачи тесно связаны не, прежде всего именно с сайтами. Когда вы не программируете прогноз погоды, а когда вы создаете интернет-магазин, создаете веб-интерфейс для какой-то базы данных, тогда действительно, скорее всего, будет достаточно JavaScript, программирования на PHP или на каких-то других языках программирования. Но выбор не должен быть таким, что вот мне все сказали, что надо учить C, и я на него пошел. Это не выбор, это бред какой-то. Выбор должен быть осознанным. Прежде всего, он должен быть связан с тем, какие плюсы тех или иных языков программирования вы собираетесь активно использовать. Нужна ли вам скорость, или вам нужна и важна прежде всего простота и красота кода? Ну и в заключение, да, рассказа, прежде чем мы с вами перейдем к вопросам, хотелось бы еще раз отметить, да, что вообще на самом деле сравнивать языки программирования очень интересно. И я думаю, что вот такой семинар у нас с вами будет не последний, и будут еще семинары и по PHP, вот один такой планируется в ближайшее время, либо в декабре, либо уже в будущем году, в январе, чуть позже, вот после этого семинара, на котором хотелось бы посмотреть уже обработку файлов. То, что вот я сказал, да, что в JavaScript нельзя работать с файлами. Хотелось бы показать обработку файлов на примере, скажем, того же языка C++, допустим, и PHP. Ну и вообще интересно, конечно, сравнить ту же самую Java, C, C++, программирование на Swift, современный язык программирования, которым пользуется компания Apple. Все вот эти вот вещи, их, естественно, интересно сравнивать. Ну и вот, собственно говоря, я думаю, что такие курсы тоже обязательно и семинары пройдут и будут, и все вот эти вопросы мы с вами будем вместе разбирать, поэтому я всех, кто там вот сегодня, я видел, кто-то припозднился к началу, не успел, кто хочет еще что-то узнать о сравнении языков программирования, естественно, на все на эти вот сравнительные такие семинары приглашают. Вот, значит, смотрите, что у нас с вами получилось, да, то есть вот, собственно говоря, у нас есть код на C, есть код на JavaScript, вот то, как они работают. Давайте мы с вами теперь, наверное, вопросы разберем, потому что, ну, возможно, есть какие-то вопросы по алгоритму, по тому, как я его писал, по коду. Если есть вопросы, задавайте, я готов на них ответить. Есть какие-то вопросы? Да, по JavaScript минимальный набор команд, и получается, как он понимает, что именно по буквам надо. Это он сам умеет. Современные языки программирования, в которых уже встроены алгоритмы сортировки и все прочее, они сами умеют и сами знают, как сортировать информацию. Здесь у нас кириллица. Он на самом деле ориентируется не столько на кириллицу, сколько на кодировку символов. Знаете, вот бывает, на сайт заходишь, а там ничего прочесть невозможно, абракадабра какая-то. Бывает и ломается эта самая кодировка, и он тогда будет абсолютно неверно сортировать данные. Если принудительно ему как-нибудь кодировку там сверху спустить, сказать, что у нас кодировка какая-нибудь англоязычная, он эти буквы не поймет и отсортирует вообще бог знает как. То есть могут быть и такие проблемы, естественно. Я это то, о чем говорил, да? В коде на C
Я вот эту вот команду strcmp могу сам написать. Я могу сказать, что вот я не хочу в лексикографическом порядке сортировать слова, как вот в словаре и по алфавиту, да? Я, например, хочу отсортировать слова, ну какой можно придумать бред, по длине. Не знаю, зачем такая сортировка нужна, но у меня есть слова, я их хочу отсортировать по длине. Вот какая строчка длиннее, какая короче. Пожалуйста, я пишу соответствующий код, подставляю эту функцию вместо вот этой, просто создаю какую-нибудь свою там, да, myFunc. И она мне сортирует данные совершенно на других принципах. То есть здесь происходит автоматический выбор. Он, кстати, может и ошибиться. Более того, вот, да, я вот вы видели, я сейчас, когда вот эту программу запускал, да, у меня, собственно, получилась сортировка вот так по алфавиту, а вот так в обратную сторону. Вопрос, а как то же самое сделать на JavaScript? Здесь уже условия больше-меньше нуля не поможет. Нужно знать какую-то команду, которая скажет, что вот ты не так сортируй, а ты вот так сортируй. На самом деле, современные языки программирования, их нужно больше знать на уровне справочной информации. Именно поэтому, когда вот я, скажем, рассказываю C, я рассказываю его так, чтобы у людей не было никаких подсказок, чтобы они все писали полностью с нуля, привыкали к этому. Но когда, например, идут курсы по Java, там без автоподстановки, ну вообще просто нечего делать. Вы просто ни строчки кода не напишете. Код на Java это очень сложно писать с нуля. Так что да. Если вам нужны свои собственные законы сортировки, здесь может помочь только классический язык программирования. Еще вопросы? Так, ну вот у нас как-то наши удаленные слушатели активности не проявляют особой. Так, ну что же, да, если вопросов нет, тогда еще раз, да, давайте подытожим. Итак, код на JavaScript более простой, более наглядный, простенький. Давайте, чтобы у вас была возможность и тот, и другой код себе переписать, я его немножко упрощу, выкину сейчас кусок этого массива, чтобы все влезло на экран. Собственно, поиграться мы поигрались. О, вот теперь все влезло. И вот давайте я параллельно открою еще код на C. Сейчас мы как-нибудь их разместим. Так, чтобы и тот, и другой код влез. И вот, собственно говоря, можно, да, сравнить их рядышком. Кстати, похоже, правда? Похоже программирование на C с программированием на JavaScript. Ну, потому что языки программирования более-менее одинаковые. Вообще, изучив язык C, конечно, нет проблем изучить любой современный язык программирования. Так, ну вот, теперь у меня все влезло. Вот таким вот образом. Во. Так что вот можете сравнить, да, кода, конечно, больше, но зато он более универсальный. Вот, еще раз подчеркиваю, да, что у нас с вами планируются еще другие курсы. Вот, к сожалению, второй преподаватель сегодня не смог к нам присоединиться, очень обидно. К сожалению, поставили вот группы параллельно с нашим семинаром. Но, собственно говоря, будут еще семинары, посвященные в том числе сравнению языков PHP и C++, сравнение с языками Java, то есть все это еще будет.